В Актобе мать солдата-срочника, который предположительно совершил суицид, выступила с заявлением. Женщина со слезами на глазах просит не связывать произошедшее с армией. И такое происходит, пожалуй, впервые. Случилось это 23 ноября на полигоне воинской части 30-238. По официальным данным, во время несения караульной службы солдат-срочник совершил суицид, выстрелив в себя из закрепленного оружия. Других подробностей командование сухопутных войск не сообщает. Заведено уголовное дело, в рамках которого установят причину самоубийства. Известно, что погибший призывался в апреле этого года из Павлодара. После трагедии его мать выступила с заявлением. Женщина считает, что сын решил распрощаться с жизнью из-за личных переживаний, и армия тут ни при чем. Просьба родителям, девушкам, пожалуйста, оградите их, наших ребят, от негатива, от всего то, что за их забором происходит, чтобы они меньше знали всего этого плохого, чтобы служили спокойно. И еще хотела добавить, что чтобы не распространяли сейчас то, что его довели до самоубийства. Я видела сына, синяков нету, побоев нету.